Всем привет, дорогие подписчики, зрители канала Смешного Зарбаба. Мы продолжаем проходить игру Симулятор Наркодилера. Итак, судя по вашим комментариям, ничего особо интересного не открывается, даже если получим с вами 500 очков репутации банды. Есть какие-то еще задачи, это у японцев, я так полагаю, да? Но там надо, скорее всего, получить репутацию, либо, опять-таки, репутацию района повысить, Японариум, либо просто какого-то уровня достичь. Посмотрим. У нас что здесь есть? Бабло забрать. Бабло забрать. Бабло забрать и бабло забрать. Это будем забирать с вами, когда кончится комендантский час. Вот. Вот это я готов. О. 40 грамм ганджи. Давай. Давай возьмем, пока у нас еще комендантский час идет. Почему бы, в принципе, и нет, да? Так, марихуана 40 грамм. Окей. Так, где ты там находишься? О, прямо рядышком со мной. Вообще можно не париться особо сильно. Доставили, и все прекрасно. Так, ну держи. Так, дальше. Дальше надо выкинуть бабло. А, тут у нас уже максималка. Так, давай-ка вот этот чемодан я выброшу. Возьму вот этот вот. 11 грамм по 50. Ничего себе. Ну-ка, 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 ну-ка. 550 кокса. Хорошо, я понял. Давай. Сделать новый заказ. 550. Чё скажешь? Наверное, также 3 часа. Скорее всего, также 3 часа. Ну. Да, то же самое. Так, здесь отдали, здесь бабло забрали. Опять-таки бабло забрали. Так, все, ждем. Этот полный чемодан, берем вот этот вот с деньгами. Заполняем его на 10... А, нельзя на 10 тысяч, серьезно? А почему 1 доллар-то не влез? Как-то странно, если честно. Как-то странно. Так, ладно. Вот, здесь у нас сами деньги. Оставшиеся деньги тогда сюда, получается. Так, хорошо. Я хотел бы, наверное, все-таки взять потом краски. Что у нас там по времени? Скоро, в принципе, закончится комендантский час. Так, а кто у нас есть из Японариума кто-нибудь желающий? Обезьяник, две башни, смрад, обезьяник. Вот, есть двое из Японариума. Даже трое. Давай раз. Давай два. И давай три. Я к тому, что я хочу сейчас тогда сделать им доставочку. А потом, когда закончится комендантский час, там еще покрасить. Так. Кокаин 2 по 2. Так, 2 по 2. Есть. И метамфетамин 2. Так, надо метамфетамин еще заказать. Кончается. Кончается. Так, где они там располагаются, эти клиенты? Ага. Конкретно в Японариуме. Я, наверное, все это выложу в кармашке. Чемодан брать не буду. Так, и... У нас там, кстати, что получается по нашим этим? Все хорошо. Все хорошо, значит... Патрулей должно быть меньше. Ага. И полиция как раз там прет. Ладно, я подожду, когда они сейчас повернут. Три клиента, в принципе, это хорошо. Ёптыть, еще тут двое.
Окей. Так, главное, чтобы с той стороны люка никого не было. Нам просто в епонарим как раз в ближайший... Это вот этот люк. Если там полиция не ходит, значит, это уже хорошо. Значит, мы спокойно можем здесь ходить. Так. А, доза есть. Тебе метамфетамин нужен, да? Держи. Так. 75. Репутация. Хорош. Так, и ты с этой стороны находишься. Не пойму, то ли девка, то ли мужик. Ой. Все, доставочку совершили. 200 репутация. Ну тут прям конкретно можно закраситься. То есть вариантов очень много. Но тут опять-таки говорю, либо здесь от прокачки района, либо просто по достижению какого-то своего уровня. Только так будет доступен японская, скорее всего, мафия. Тихо, 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 отдыхай. Все, отдохнул. Молодец. Можно, конечно, еще здесь, получается, подоставлять. Так, тут у нас что? А, здесь два чемодана и краска. Ага. Тихо, подожди. Бабки сюда. Вот, отличненько. Так, что у нас здесь получается? Ждем. Здесь ждем доставочки. Что еще, пока комендантский час идет? Что еще? Где у нас там по райончикам все плохо? По райончикам у нас район супермаркета и обезьянник все плохо. Центр вообще фиговый. Кстати, восточные трущобы. Давай, наверное, восточные трущобы. Давай. Раз. Давай. Два. Все, по восточным трущобам все, да? А, нет, вот еще один желающий. Блин, офига ты это сделал. О, отлично. Да, в принципе, все. Трое клиентов опять. Два грамма... А, два по два марихуаны, хорошо. Так, и амфетаминчик. 2 грамма. Мне как бы лучше еще в тех районах сделать своих дилеров, там, где у меня нет. То есть у меня в моих районах они повторяются, и там по 2 дилера чуть-чуть не в каждом районе. Это, конечно, хорошо. Прокачка района быстрее происходит, но в тех районах нужно открывать. О, товарищи полисмейстеры. Надо их оббегать. Так, тебе надо что? Блин, ну не застревай, пожалуйста. Так, оставшиеся 2 где? Один здесь. Так, подожди, а где тогда третий? А, третьего я бежал, блин. Так, все. Вот, вырос район на 379, да? Фух. Не, тут надо убегать. Раз я уже убежал. Но они тупенькие, они все равно сюда зайти не могут. Так что без разницы. Так, дверь закрой. О, отличненько.
Так, здесь все. Хорошо. Так, ты что хочешь? Бабло, бабло. Ага, амфетамин. Восточный старый город. Хочешь амфетаминчика? Ты что хочешь? Снег хочешь? Ты бабло, ты бабло. Так, что по комендантскому-то у нас? Комендантский кончился. Тогда нет, тогда... Можно, конечно, просто взять, как бы подготовить для них партию, да? Давай, наверное, закажем. Так, здесь за баблишком это я сейчас схожу. Это тоже схожу. Так, амфетаминчик 37 грамм берем. Снег берем. Все остальное это за бабло. Так, сейчас просто здесь подготовим партию. Значит, 37 грамм амфетаминчика. Так, двадцатка. Десятка. Пятерочка. И двоечка. Так, есть. А, да, есть, молодец. Я же забыл. Я же забыл. Так, где мы тут? Пустой чемоданчик. Так, это, наверное, я сейчас выложу. Заново все сделаем. Значит, упаковать. Двадцатка. Десятка. Пятерочка. И двоечка. Вот тебе и 37. Так, и кокаин 23. Так, все, теперь все это дело здесь выкладываем. Так, это у нас амфетамин с этой будет стороны. Так, и кокаин с этой стороны. Все, хорошо. Теперь давайте бегаем за баблом. Надо забрать бабло. Так, подтвердить. 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 И подтвердить. Так. Здесь ничего не растет хорошо. Здесь у нас что? Угу. Амфетамин. Ага, кокаин. Это все доставочки. Значит, деньги у нас с этой стороны. Хорошо. Пойдем заберем, посмотрим, сколько у нас будет получается по деньгам. Так, давай. 305, хорошо. Пятьсот шестьдесят, отлично. 570, замечательно. Все, 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 выдохся, выдохся. И 425. Ну, прекрасно. Прекрасненько. Теперь мы с вами берем, получается, краску. И пойдем красить японарию. Мне все-таки кажется, с японцами свяжемся, когда какой-то уровень получим. Но мне так кажется, но я не уверен. А может быть из-за прокачки все-таки. Так, неплохо. У меня, получается, 17 тысяч есть. Кстати, надо бы тебе, наверное, бабки занести. Сколько я тебе буду, получается, должен? Ну-ка скажи. 13. Слушай, у меня, в принципе, есть. У меня, в принципе, есть. Правда, у меня столько сейчас не влезет в чемодан. Но, в принципе, есть. Тихо. Пойду сейчас доставлю то, что у меня есть в чемоданчике, а потом то, что осталось. Чтобы ему как бы уже не должен я был. Потому что мне сейчас надо еще заказывать ему мед, у меня заканчивается. То есть, подожди, я все равно уже должен, правильно? Или он уже ушел? Я не очень понял. Я ему дал деньги. И почему-то задание было завершено. То есть, как бы я ему больше не должен денег, что ли? Или надо будет еще раз его вызывать? Сейчас глянем. Если да, то... Ну, так себе затейка. Так, сумочка пустая. Это пойдет у нас с вами за заказиком.
Так, это забирай. Пойдем еще разок узнаем. Да, это надо каждый раз, получается, делать. 3700. Ну окей, сейчас тогда, получается, бежим в Японариум. Все, я ему больше ничего не должен. Опыт получил. Конечно, бабло я оставлю. Так, у меня получается 3700. И плюс сейчас я еще выиграю с того, что получу с банды. Окей, ладно, с этим понятно все. Так, что я хотел-то? Что я хотел? Что-то я уже забил, что я хотел. Краску, да. Посмотрим, сколько там проемчика вышло в итоге. Так, и панарим 200. Угу. Хорошо. Так, что-то пришло? А, я хотел что посмотреть-то. Деньги. Вот, он мне может привезти деньги. Давай возьму. Так, здесь все. Здесь пока тоже все. Да, хорошо. Деньги должен быть где-то здесь. Блин, не здесь, оказывается. Нифига. Так, ладно. Этот чемодан тогда тоже оставляю. Я беру тот, который у меня с краской. Да, я плюс этот чемодан, наверное, сейчас тут выложу. А, у меня уже и сверток готов. Ага. Тогда пока не идем. Это куда нам дойти? Мусорный бак на мосту. А, ну это я знаю где. Это прямо у нас вот здесь вот. Да. Мусорный бак. Тогда... Вот этот чемодан аккуратненько сюда ставим. С красочкой. Так, эти пока пусть тут валяются. Сумку берем и пошли. А, вот теперь мне интересно. Сумка это, по-моему, самое большое то, что у нас в СМИ есть, да? Возможно, вся партия туда не влезет? Или влезет? Возможно, влезет. Влезло. Все влезло, замечательно. Тогда сейчас готовим партию. Текс, это сюда. Сумку сюда. Так, чемодан. Мне нужен чемодан пустой. Так, и поехали работать. Поехали работать, значит, тебя сюда. Так, это уже получается 6 пакетиков. Девять пакетиков. И еще получается 2 по 50. Так, окей. И 2 по 50. Отличненько. Так, все ровно 11 пакетиков. Куда доставлять? Ага, вон аж куда. Недалеко от аптеки. Ну, вперед. Так, если недалеко от аптеки, то... Написали, кажется, в комментариях, что возле заправки, где пересекается стена с полицейским участком и ограждением, другой стеной, там большая щель, и что типа там можно будет забирать.
Ну, давайте попробуем. Ой, не то. Давайте глянем. Ну, по-моему, такие фигни уже все пофиксили, нет? Да давай, давай. Okay, you're clear. Да, можно забирать, прикольно. Спасибо за совет. Это очень дельный комментарий. Это прям очень дельный комментарий. 700 опыта получили. Все, теперь получается надо обратно с ним связаться и все. Hey, come over here, pal. Stand still, please. Да, надо еще деньги собрать. Сейчас, наверное, денежки соберем, а потом уже к себе сообщим. All right, off you go. Так, что в итоге получается? 620. Ну, неплохо. Все, выдохся, выдохся. Так, что у нас там по уровню? До 31, конечно, еще далековато. Вот в итоге для банды сделали доставочку, да, и у нас вошло все в желтую зону. Ну, с бандой, в принципе, ладно, доставил один раз, а потом ночью все это убавил, все прекрасно. Давай сообщать им о том, что все хорошо. Так, репутация в банде. Пометь как прочитано. Здесь что? Так, это я делаю. Это мои дилеры. Надо еще деньги забрать. Так, 21 грамм экстази. Так, двадцатка. Окей. Так, и здесь, значит, размещаем. Все, готово. А, подожди, мне же надо пустым идти. Он же мне даст чемодан. Он мне даст чемодан еще. Очередной чемодан. Так, это у нас куда люк ведет? Ага. Ну, в принципе, неплохо. Но репутацию так и не подняли. Все? Да. Задача выполнена. Что там по баблу у нас? 21 тысяча. Вот это, конечно, замечательно. Просто класс. Ну, в итоге, получается, каждый раз заказик растет. А я вот не замечаю, опыт при этом растет у банды. Ну, то есть, как бы... С каждым разом все больше и больше опыта получаем, и репутацию больше становится. Может быть, так мы с вами быстрее закончим, потому что 500, получается, опыта очень долго копить. Так, допустим, десятка. Так. Ты пустой? Пустой. Складываем сюда. Так, давай. А ты не прыгаешь в своей квартире? О, красавчик. Красавчик, блин, опять не то. Так, аккуратненько сюда. Нет, проще бросать тогда, получается, на кровать. Вот. На кровать у меня будут лежать чемоданы с деньгами. Не, подожди, не тот взял чемодан-то. Не тот.
Так. Два уже, получается, чемоданчика. Полный денег. Отлично. Так. Ну, теперь, получается, надо будет отмывать эти деньги. Так, ты тогда здесь пустой. Ты тоже пустой. Сюда же идешь. Так, ты у нас тоже пустой. Нет, ты у нас по доставочке будешь отдельно здесь лежать. Ты у нас с краской. Так, ну давай тогда с этим товарищем свяжемся. Деньги я ему дам на отмывание. 9 тысяч, получается, я ему дам, да? Ну? Во. Хорошо. Так, тогда тоже, получается, пока... Или я без чемодана сейчас? Я без чемодана, хорошо. Берем один и вперед. 9 тысяч будем отмывать. You there. Come here. Don't try anything stupid. Okay. Все. Спасибо. Надо скупить всю недвижимость везде. Так. 9 тысяч. Или давай... Что там, 4 девятки получится, да? А, О, нажать, да и все. Отлично. Вот и все. Эй, ты, wait. Do you have anything illegal on you? Все, отлично. Вот теперь уже можешь спокойно пойти и заниматься покраской. Хотя, когда он там отмоет деньги? Он может сразу отмыть деньги. Может, тогда я сразу возьму недвижимость, необходимую мне. Так, это тоже пустой. Отличненько. Так, тебя возьму. Ты у нас с краской. И давай сюда. Так, можно поднять цену. Давай здесь. Да, блин. 70. Нормально. Так. 22. Нормально. Так, здесь 19-ку сделать. Нормально. Все, хорошо. Хорошо, по баблу. Да, он все сделал, у меня 6 тысяч, получается, есть. А что, я вышел зачем? Сейчас будем покупать недвижимость. Так, давай изучать. Так, это арендовано. Это арендовано. 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 Тоже арендовано. Вот. Покупаем. Так, замечательно. Следующий. Арендовано. Здесь покупаем. Покупаем. Угу. Тоже покупаем, да? Надо же брать все. Это обезьянник, тем более, у нас. Этнос обезьянник. Арендовано. 850. Все, у меня осталось 400, получается. Но я опять-таки сейчас могу еще раз сделать. Но для начала лучше с бегом покрасим граффити, а потом уже пойдем еще отмывать денежки. Да. Так, по репутации что-то у нас получается в итоге.
Западный, восточный хорошо, две башни, старый рынок не очень, смрад, район супермаркета, обезьяник. В центре что-то получается ничего вообще нет у нас с вами, да? И восточный город смерти. Так, Японариум. 150. Постепенно падает все это дело. Ну ничего, сейчас поднимем. До комендантского часа еще много времени у нас. Hey, you, stop right there. Да? Don't move, да. Or we tase you, buddy. Долго там будешь? Спасибо. Так, вот теперь момент интересный. Зайдем сюда. А, баночки все-таки забрали. Второй раз баночки уже забрали. Оставили только одну кровать. Ладно, хорошо. Оставили только одну кровать. Так, ну давай смотреть, что у нас здесь. Это Японариум, кстати. Поехали. Так, 194. А, вот ты на 2 сразу, получается, покрасил, да? Ага. Давай теперь здесь. Японарим, конечно, взять бы еще бы недвижимость какую, чтобы можно было там конкретно держать... Минимальный порог какой-нибудь. Так, 289. Так, а денежки-то у нас, в принципе, нет с вами, если что, краску покупать. Так, давай здесь. Здесь же можно? Можно. Так, 385. Все, красочка закончилась. Красочка закончилась. Покупать не получится, да? Да, денег-то с собой нет. Денег с собой нет. Все, отдыхай. Да, это я знаю. Так, я, наверное, с тобой еще бабло возьму в карман, да? Закажем отмывание денег еще разочек. На полную сумму. И сразу забежим в магазин, возьмем еще краски. И пойдем опять красить. Ой, соряныч. Этажом ошибся. Этажом ошибся, бывает. Бывает. Так, чемоданчик этот я выкладываю. Он мне не нужен, мне нужен тот, который с деньгами. Вот. Сразу давай закажем отмывание баблишком. Так, ты что хочешь? Ага. Так, он в пути, хорошо. Так, я тебе что должен? 22 грамма экстази. 20 и 2. Эх, подожди, не то. Так, и так. Так, давай смотреть, что у нас в итоге получается. Мне нужен метамфетамин 100. Кокс пока подождет. Марихуана пока подождет. Экстази 100. И все. То есть метамфетамин стольник и экстази стольник. Новый заказ. Экстази. Соточка. И метамфетамин соточка.
Так, окей. Сколько ждать? Ну. Также 3 часа. Хорошо, так, деньги я взял. Теперь надо будет положить в кармашки деньги. Ну, я думаю, одно... этой суммы хватит на то, чтобы купить краски. Для наших дилеров, в принципе, все уже готово. Кто у нас подал заявочку, да? Всем до свидусечки. А я сюда бегу. Так, нал у меня... Не-не-не-не, я так и знал, таки будешь на всю сумму. Вот. Отлично. Теперь в магаз. За красочкой. Это, получается, его тачка стоит, да? Он сюда не помещается. Реально, не залезет. Со своими габаритами он сюда явно не залезет. Так, чувак, здорово. Так, у меня, кстати, есть биткоин-то. Может быть, взять? Как считаете, никто не пользовался биткоин-тами? Пишите в комментариях свое мнение по биткоин-там. Так, и я возьму. А, у меня столько нет денег. Пока подожди, пока принять... 264, да? Ну, давай вот так. Окей. Принять. Посмотрим. Посмотрим. Куда их там, кстати, девать? Наверное... А, они уже сразу добавились, да? Хорош. Так, идем в Японарим опять. И продолжаем красить. Так, краски у меня много? Краски у меня прям много, хорошо. Так, мое граффити пока еще осталось. Все, отдыхай. Так, ну давай. Что у нас там в итоге получится? Я думаю, должно быть очень много. За этот заход. 400. Так, хорошо. Опыта, конечно, зато очень мало дают. Ну да ладно. Так, здесь что можно разрисовать? Тебя можно? Тебя тоже нельзя. Так, тебя... Тебя тоже нельзя. Вот, тебя можно разрисовать. Так, 500. Но я думаю, на следующий день, по идее, должно все это дело исчезнуть. И можно бы снова порисовать. 600 уже репутация, прям хорошо. Так, ну что? В принципе, получается, все зарисовали, да? А тут тоже можно рисовать? Ха. Возможно. $750 у нас репутация здесь. Так, все, я вроде все домики поразукрасил, тут больше, в принципе, ничего нет.
Да, тут уже везде как бы все есть, поэтому 750 получилось. Подожди, а я тут рисовал. А, с этой стороны. Все. На следующий день, скорее всего, все дело поменяется. То есть они исчезнут, эти граффити, и можно будет еще раз порисовать. И можно будет потом подоставлять ночью как раз в Японариум доставочку сделать. Сейчас мы с вами заодно еще посмотрим недвижимость. Так сказать, прикупим, да, себе. Плюс сейчас надо будет еще деньги ему отдать, Эдику, за то, что я заказал. You there. Come here for a moment. Ну давай, давай, давай. Carrying any drugs or weapons. Расслабься. Okay, you're clear. Так, чемодан с краской, наверное, я прямо здесь оставлю, возле входа. А, тут еще денежки есть. Так, денежки-то сюда. Денежки-то сюда. Так, чемодан с краской сюда пойдет. О, отличненько. Так, ты пустой, пустой. Берем тебя. Связываемся пока тогда с Этиком. Ваш криптовалютный кошелек используется для нелегальных покупок через Shady.com. Купить больше криптовалюты можно у специальных дельцов. Хорошо, что у нас в итоге получается? 6400. Хорошо. Так, ты что хочешь? Ага, давай закажу. Эдику сразу наличку картелю. Сколько ему там должен? 1600. Вообще не проблема, Эдик. Эдик вообще не проблема. Тихо. Окей. Так, тебе, значит, 15 грамм амфетамина. Так, десятка. И пятерка. Такс, это сюда, это сюда. Так, Эдику сейчас денежки занесем, чтобы не быть должны, да? Ну, давай. Да-да-да. Окей, clean. Go home. Я иду. А чем мне идти домой, если у нас комендантский час? Я уж сам решу, куда мне идти. Так, все. Покупаем тогда сейчас недвижимость. Насколько хватит бабла. Так. Давай смотреть. Так, это все арендовали. Так, склад в городе мертвых. Покупаем. Дальше. Склад в пустыне, западный город смерти. Угу. Дальше пошли. Здесь у нас центральный город смерти. Вот, кстати, первое, да? В центре у нас недвижимость. Так, это моя собственность. Все, что ли, получается? Я все взял? Может быть, у него потом появится, как бы, вариант еще недвижимости, но что-то как-то маловато. Что-то мы как-то, получается, все взяли. Я надеюсь, что у него что-то появится потом новенькое. Ох, сколько клиентов, это пипец. Целая гора клиентов, блин. Так, это все готово.
Да, тут, получается, будем ждать. Ну, в принципе, и все. В принципе, и все. Дождемся комендантского часа и будем доставлять нашим дилерам заказ. Может, к этому времени кто-то еще из дилеров захочет что-то получить. Так что пока, в принципе, продолжаем. Пока продолжаем. Опять-таки, дождемся репутации в 500 у банды. Посмотрим, что будет там дальше. Судя по вашим комментариям, ничего особенного там нет. Поэтому не знаю даже. Есть смысл там продолжать. Просто есть еще какая-то японская мафия. Я хотел бы посмотреть, что она из себя представляет. Вот. Так что, ребят, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.